Всем привет, друзья! Мы сегодня с вами приехали в гости для того, чтобы записать видеоурок на курс личного бренд-стоматолога к легендарному человеку, к Дмитрию Юдину. Дмитрий, привет! Проведи нам экскурсию по своему новому офису. У тебя много что поменялось, обновилось. Мы тебя поздравляем. Спасибо большое. В прошлый раз мы были в офисе, он был в 4 раза меньше. Ну, не совсем так. Рассказывай, как есть. В действительности мы сейчас находимся в нашем, мы так называем, Сергеем, лечебном подразделении. У нас есть стоматологическое подразделение, где мы занимаемся стоматологической помощью. Здесь мы занимаемся сейчас приемом первичных пациентов, неврологией, реабилитацией, физиотерапией. Мы хотим немножечко разорвать шаблоны, устоявшиеся вокруг лечения пациентов с челюстно-лицевой патологией. В сущности, мы сейчас себя так и позиционируем, как клиника челюстно-лицевой патологии. Не просто стоматологии или клиника функциональной стоматологии. Мы занимаемся преимущественно сложными заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава, пациентами с порезами, параличами мимической мускулатуры, с разными видами лицевой боли, превенцией онкопатологии, реабилитацией онкопатологии. То, что не укладывается в рамки просто какой бы то ни было стоматологической специальности. Если говорить обширнее, то это называется головошея или челюстно-лицевая патология. Собственно, данное пространство я создавал как личный кабинет, с одной стороны, но и в то же время как пространство, где я могу провести какую угодно диагностику челюстно-лицевой области. В первую очередь у меня есть собственный аппарат УЗИ, миограф, энцефалограф моей собственной разработки, который я использую для работы в нашей методике, в концепции, если хотите так называть, BMGO, первая буква, которая, собственно, означает brain, подразумевает, что мы в первую очередь анализируем витальность нервной системы при помощи ленты ЭЭГ. Ну, наверняка кто-то из вас проходил в жизни электроэнцефалографию, знает, как это больно, может быть, местами даже, или неудобно, нужен гель, это очень долго, дорого и сложно. Вот, пожалуйста, я уже ленту на голове зафиксировал, никакого геля не надо, и мы можем начинать исследовать нервную систему пациента. Уж тем более, если мы говорим о пациенте с хронической болью, работа с мозгом – это очень-очень важно. У нас здесь профессиональная кресло, которое превращается и в массажный стол, который можно посадить как табуретку, это очень важно в гнатологии, куда мы как модули включили к ней кислородный генератор, чтобы повышать витальность нервной системы. Здесь есть какие угодно импульсные токи, сюда же вмонтирована аудиовизуальная стимуляция, аудиовизуальный стимулятор или майнд-машина. Это очень крутая вещь для того, чтобы помогать пациенту расслабиться во время процедуры. И также я имею возможность здесь показать пациенту на большом экране все беспокоящие его моменты, нюансы лечения и диагностики. Есть все необходимое, куча литературы, которую я всегда могу взять, проанализировать для написания какой-то статьи. Вот есть наша любимая книга, которая в свое время нас с Сергеем вдохновила на создание, одна из создания нашей концепции BMGO, книга потрясающего Пьера Сильвестрини Бивати. Она, к сожалению, есть только на итальянском языке. Ну и очень много книг, которыми я горжусь и дорожу, например, вот тоже моя любимая книга «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне» про то, как стоматологи, тогда не было челюстно-лицевых хирургов, делали потрясающие операции, просто уникальные, как они спасали тогда жизни раненых, придумывали их приспособления для мобилизации, для всевозможной реконструкции челюстей, мягких тканей и так далее. И надо сказать, что эта книга подарена моим дорогим, одним из дорогих наставников. Я ее очень ценю, дорожу. И в этой библиотеке у меня очень много интересной литературы. И, конечно, мы стараемся в нашу практику внедрять больше медицины. Вот, к примеру, у нас есть такие труды, как «Общая врачебная практика» по Джону Нобелю, «Наследственные синдромы»,
Это все очень классно обогащает всю ту парадигму знаний, к которой мы можем обращаться для того, чтобы быть наиболее эффективным нашим пациентам. Поэтому это у нас лечебное подразделение, где мы консультируем первичных пациентов, ведем пациентов от других докторов. Это важно, чтобы наши коллеги, которые к нам направляют пациентов реферативно, не переживали, что мы пациента украдем. Мы этим не занимаемся категорически. Наша задача – вылечить пациента и вернуть дальше доктору по его желанию до следующего этапа, на следующую реабилитацию. Здесь пациент даже и не подумает, что стоматологии, как говорится, и не пахнет. Ну, хотя здесь мы располагаем очень мощным фундаментом для лечения и реабилитации всей головы шеи. Mm-hmm. Вот так. Ну вот такая вот получилась у нас мини-экскурсия по новому офису от Дмитрия Юдина и Сергея Агеты. Все правильно? Ждем в гости. Все, супер. Спасибо за просмотр, получается.